Дорогие друзья, у нас 27-й урок. Мы продолжаем гнуть свою линию, так сказать, изучать этюды, бессмертные этюды, я бы сказал, Эмилио Пухоля. Я думаю, что долго-долго эти этюды будут служить верой и правдой всем тем, кто решил постичь высокое искусство игры на гитаре. Это фантастические этюды, конечно. Они настолько эффективны, настолько быстро продвигают к цели, и настолько те приемы, которые изучаются в этих этюдах, приближены к художественной практике, что после того, как вы их освоите, а я уже сказал, их 35, вот, и мы их по очереди потихонечку, в произвольном порядке, я не подряд их буду вам давать, а в том виде, в каком считаю наиболее удобным вам их разучивать. Потому что там есть этюды, если мы сразу к ним приступим, ну, вы просто в досаде отложите гитару в сторону, скажете, ну, что вы натворили, вообще невозможно это играть, это очень сложно. Вот. А мы потихонечку к ним подойдем и постепенно их все осилим. Вот. И после этого вы сможете играть и Баха, и Тедеско, и Танцмана, и Белоломаса, и кого-кого угодно. В общем, никаких технических проблем у вас не будет. Значит, это этюд номер 7 среди вот этих 35 этюдов из школы Пухоля под редакцией Поликарпова, этюд номер 7. И что здесь надо иметь в виду? Ну, во-первых, верхний голос мелодический здесь, и, как мы с вами уже договаривались в самом начале обучения, когда я говорил о способах звукоизвлечения, о тиранде и апоянде, и назначении этих способов, мы говорили, что мелодия, как правило, играется апоянде, а аккомпанемент тиранде. Это создает разноплановость в фактуре, в элементах фактуры. То есть фактура неоднородна, ведь есть более важные элементы и менее важные. Вот к более важным относится мелодия. Менее важные в гомофонной фактуре – это то, что относится к аккомпанементу, условно говоря, к сопровождению. Ну и вот здесь мы имеем дело с мелодией в верхнем голосе. Вот это... мелодия, а остальные элементы – это бас и средний голос. Видите, они играются тирандо. Да, вот здесь, ну и соответственно, вы, значит, и будете использовать тот способ звукоизвлечение, который мы с вами проработали уже на мелодии, помните? На мелодии Шумана. Вот здесь используется то же самое. Вот в этом такте, смотрите, доминация такой, когда мы берем... Надо просто опрокинуть указательный палец и взять барре в какой-то момент. Вот, вот здесь. Не снимая указательного пальца с четвертой струны. И потом вернуться в исходное положение. Здесь
когда вы берете баре на втором ладу, вы сразу ставите три пальца указательные в виде баре, и мизинец и безымянный на третью струну, подготавливая третьим пальцем вот это си. То есть не так. Это нехороший ход. Сразу ставите, а потом просто снимаете четвертый палец. Пальцы сразу одним движением, сразу. Вот здесь, вот эта маленькая нотка называется форшлагом. Значит, вы одновременно ударяете пятую струну, ноту си, и ноту соль, вот эту маленькую, на первой струне, на третьем ладу, держа при этом барре на втором ладу и держа четвертый палец на второй струне на пятом ладу. И после удара большим и средним пальцами вы сразу сдергиваете средним пальцем, сдергиваете с помощью легато, вот эта нота соль в виде форшлага, она очень короткая, она сразу переходит в фа диез. То есть вот так. Легато, значит, после удара. Так называемый нисходящий легато, то есть только очень быстро. Ну вот то, что надо иметь в виду в этом этюде. Он очень, видите, интересен по музыке и красивый, как маленькая пьеска. Очень, я думаю, это доставит вам удовольствие разучивания этого этюда. Ну и вот эти важные детальки, о которых я сказал, их и надо иметь в виду. Я думаю, что мои советы вам помогут. Ну и опять-таки, если что-то непонятно, сразу мне сообщайте об этом, если вдруг какие-то неясности есть. Ну, остается только пожелать успеха. Добрый час. И до новых встреч!